Всем привет, мои дорогие подписчики! Знаю, многие ждали этот выпуск апдейтами по ремонту в нашей квартире в Минск-Мир. Мы приезжали на очень коротенький промежуточек и успели сделать какие-то моментики. А пока что для начала покажу вам, мы сходили в один магазин, называется он Leroy Merlin. Многие о нем слышали, это как а-ля наш материк. Мы там ничего для квартиры не покупали. Просто было интересно пройтись, посмотреть. Кстати, еще. Теперь вы не будете мучиться, потому что, как видите, я о вас позаботилась немножко. Многие жаловались на звук, даже мои друзья. И поэтому теперь будет звук гораздо лучше, особенно в какую-то ветреную погоду. За это вы обязаны просто поставить мне лайк. Все, поехали! Так, смотрите, какой классный умывальник. Он полностью прозрачный. Наверное, конечно, очень сложно будет в уходе, но выглядит очень клево. Тумбочка тоже интересная. Материал только не очень видно, сразу пальцы будут оставляться. Блин, посуда офигенная. А теперь небольшая поправочка. В этом видео еще будут ролики без микрофона. И где-то может быть не супер хороший звук. Вот, кстати, с подклейкой. Видишь, как клево смотрится? С подклейкой снизу. Вот у нас так и будет. Новенькая такая. Задвигай. Помылся. Мне вот этот наборчик нравится. Классный. Прикольное зеркало. Подожди, стой. А, смотри, Буся. Это вещулька. Я сначала даже и не заметила. Очень классная ванна, кстати. Хоть я не люблю черную фурнитуру, но выглядит клево. Прикольный шкаф, очень маленький. Но в маленькое пространство само то. Отлично. Класс. Да. Реально идеально. Мы, кстати, не купили кнопки для унитаза. Это вообще прикольно. И вот это интересно вообще. Но мы еще нашли такой вариантик. Креативненько. Ну, такие обычные, честно, я даже не знаю, как выбрать. Смотрите, какой крутой гриль. Тут, типа такие всякие интерьерные штучки для летних террас. Та-дам! Нас уже в лобби поставили креселка. Такой вот столик. Осталось уговорить соседей на консьержа. Что у нас здесь нового? Это мы на общем балконе. Вот там вот активно стройка идет. Но на самом деле довольно много новых построек. О, кстати, там тоже какое-то уже строительство с большего началось. Если вы вдруг думали, что у нас стоял ремонт, то нет. Вот здесь у нас будет кондиционер прямо над дверью. Раньше мы хотели установить, я сейчас не помню, правда, с какой стороны, в спальне. Но у нас очень толково был специалист и сказал, что достаточно установить здесь и будет обдувать всю квартиру. Вот, поэтому, да, мы установили его здесь, провели трубы. Все готово. Сейчас мы встречаемся с мастером по укладке ламината и планируем сегодня пойти выбирать ламинат, поэтому буду снимать и все вам показывать. Короче, мы сидим на райончике. Блин, тут так кайфово сейчас, на капец. Так спокойненько, короче, прошлись. И на самом деле так много свободных парковок.
ребята играют. Еще мы убираем ламинат. Не знаю, мне больше вот этот понравился. Хотя я вроде хотела больше холодное, но чем мне вот этот понравился, то что как-то очень дорого выглядит. Это, кстати, российское производство, сказали, очень хорошее качество. Не знаю пока, может быть шумновато сильно, хотя контрастности немножко добавляет, и цвет, конечно же, камера не передает. Вообще мастер говорил нам рассмотреть Эйгер, но мне очень не нравится, где-то фаска видна, а где-то она не видна. Видите, все сливается, и это выглядит немножко странновато. Мне все-таки нравится, когда фаска видна, хотя они обе 4В. И там везде фаски 4В, но тут как-то странно. Та-дам! Нам постелили ламинат. Мы сейчас в темное время суток. Надеюсь, получится вам снять светлое. Но не факт. Мне очень нравится. Такой нейтрально теплый оттенок. И здесь. Осталось поклеить только обои нам. И все, в принципе, можно заезжать. В следующий раз мы уже сделаем контрольный замер кухни и уточним, здесь мы оставляли место для реек таких декоративных. И вот будем уточнять, это нужно до кухни или после кухни делать все. А так, да, только обои. Все-таки у меня получилось приехать и снять вам светлое время суток, поэтому... Та-дам! Вот такое вот. Блин, мне очень нравится. She got a body like a goddess. And she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby. Мы уже заклеили картоном пол. В понедельник уезжаем, конечно, но конвектор нам придут устанавливать. Вот такой вот будет. Будет вот там вот стоять. Мы нашли классный магазин, Тедди называется. Возле нас недалеко. И тут очень классные всякие штучки для интерьера. Смотрите, короче, яблочко, и оно зажигается и горит. Цены тут просто, ну, блин, 7 евро. Или прозрачное лучше взять? Не, прозрачное красивее. Очень стильно смотрится. Интересно, как оно будет гореть. Ну, выглядит офигенно просто. И 7 евро, просто смешно, серьезно. Он очень огромный магазин, и можно ходить тут бесконечно. Короче, мне нужна какая-то подставка под косметику, всякие эти фантифлюшки. Вот тут вот вообще максимально разные, разные формы. Такие вот всякие в Zara Home. И думаю, вы знаете, такие стоят вообще как крыло самолета. Тут вот, ну, типа 4 евро, но это такая прям в стиле дорого-богато. Я больше что-то в минималистичном стиле. Ну вот, например, вот такая штука. Ну вот такие, точно такие из Zara Home. 10 евро. Дальше еще вот такие всякие штучки. Вот у меня есть, кстати, стаканчики соли я из Велички привозила. Еще мне очень понравилась вот такая вот штука поставить на витрину в кухне в нашей, которая будет с подсветкой, с чередованием, с бокалами.